думать, что дизайнеры того. Они абсолютно не хотят общаться друг с другом. Другое дело музыканты. Они целыми днями сидят и играют на музыкальных инструментах. Но дизайнеры тоже ходят друг к другу в гости. И не просто так. Они учат друг друга всяким премудростям. Поэтому здрасте, здрасте, здрасте. Как вы догадались, это снова я. И не только я. Со мной великолепный художник, которую зовут Светлана. И она приехала к нам специально из Санкт-Петербурга для того, чтобы поделиться своими дизайнерскими секретами. Здравствуйте. Много лет тому назад, я даже не помню, когда это было, смешные люди шли по пустыне. А вы знаете, что в пустыне ни животных, ни растений, там только куча песка. И вдруг неожиданно небо заволокло тучами. И ударил гром, и молния воткнулась в землю. После того, как все очнулись, они подошли к тому месту, куда ударила молния. И вдруг обнаружили вместо песка странную прозрачную субстанцию. Уже через много лет они догадались, что это стекло. Свет, стекло является одним из самых интересных материалов. И я к стыду своему сказать, зная, что декораторы многие пользуются стеклом, не умею с ним работать. И вы, я надеюсь, меня сегодня научите. Конечно. Я вижу, что вы мне принесли сюда вот эту вот бумажку. Что это такое? Я принесла проект, и делать мы сегодня будем небольшой витраж бабочки. Очень приятно. Оказывается, вот огромные витражи, которые мы видим в соборе. Витраж, это я знаю, витраж это изображение, которое сделано на цветном стекле. Витраж – это изображение, которое сделано из цветного стекла. Но бывают и расписные витражи, которые, как живопись, там специальные краски для стекла, и изображение наносится и потом запекается в печке. Но мы будем сегодня делать традиционный витраж без росписи, используя только цветное стекло. То есть мы сразу возьмем цветное стекло и начнем его... Давайте, показывайте мне, потому что мне очень не терпится узнать. Так, когда делятся секретами, это очень важно. Мы решили, какая у нас цветовая гамма будет. Да, то есть мы сделали изображение. Да, да. Которое... Мы сделали, на самом деле, это я так, себя. Света нарисовала трогательную бабочку большого размера. И вы раскрасили ее, да? А зачем вы раскрасили? Просто чтобы было видно? Чтобы видно, какое было стекло. Хотя можно достаточно было сделать небольшой цветовой эскизик, а здесь можно было просто линейно изобразить рисунок. Получается, что человек, который хочет заниматься декорированием из стекла, ему не обязательно уметь рисовать, да? То есть он может просто взять какое-то изображение. Там есть на интернете, я знаю, что есть большие библиотеки, которыми пользуются. Ну, можно, конечно, пользоваться библиотеками, но если вы все-таки решили сделать свое изображение, то надо учитывать, что не всякий рисунок можно сделать в стекле. То есть этот рисунок должен быть адаптирован под материал. Потому что все-таки, когда мы вырезаем стекло, есть определенные законы, и какую-то форму мы просто не можем вырезать целиком, не раздробив, допустим, ее. Итак, у нас есть замечательный проект, который мы или нарисовали, или нашли изображение. Мы должны с этого проекта, чтобы вырезать стекло, снять кальку. Мы берем кальку. Мы ее раскладываем, да? Я наконец-то могу употреблять слово «мы», потому что обычно «я», а тут «мы». Если не получится, то я могу свалить на кого-нибудь. Теперь нам надо взять маркер и... Фломастер. Не любой фломастер. Вот толщина маркера будет у нас толщиной свинцовой протяжки. Ну, это я могу сам сделать. То есть мне нужно обвести эту вот вещь. Я в детстве всегда любил обводить. Кто-нибудь нарисует, а ты обведешь и прикоснешься к прекрасному. И маме потом говоришь... Мама, смотри, какую я картинку нарисовал. Здесь усики у бабочки. У каждой бабочки должны быть усики. Теперь мы должны сделать периметр. Если наш витраж вставляется в окно, в дверной проем, то размер
имеет огромное значение, да, иначе будут щели, будет холодно. Теперь нам надо вырезать элементы, потому что у нас все элементы из разных стекол, да? Как аппликация. Да, да, да. Или как раскрой, так сказать, у портного. Но вырезать тоже мы должны не просто так. Мы помним, что линия у нас – это ширина нашей оплетки. Соответственно, чтобы нам правильно вырезать, мы вырезаем без этой линии. И надо стараться, чтобы линия была ровной. Угу. Ну да, здесь не кисточкой махать. Здесь точная наука. Свет, скажите, а вот витражами в основном девочки же занимаются, да? В основном витражами занимаются сильные мужчины. Но бывает и... То есть я сейчас занимаюсь нормальным мужским трудом. Да, да. Свет, вы знаете, у меня такое впечатление, что мы их вырезаем, а потом они станут у нас просто как пазл, который невозможно будет собрать. Или потребуется другая игра. Называется «Не сделай витраж, а собери пазл из бабочки, который белый». Совершенно верно. Иногда бывает очень много элементов. И поэтому, чтобы мы не перепутали, нам желательно каждую нашу кальку пронумеровать. Так будет проще. То есть человек должен хотя бы немножко знать математику для того, чтобы стать настоящим витражистом-декоратором. Учитесь, дети, в школе. У меня здесь очень сложный момент. Так, это элемент мы будем делать накладным. Правильно, правильно, я что не сделал. Да, да, да. Ничего резать не будем, просто мы помечаем его цифру. Отлично, то есть мы вырезали эту калечку, правильно? Можно я отложу ножницы? Да. И нам нужно опять обратно разложить эти элементы по основному рисунку. Да, мы можем себя проконтролировать, проверить, правильно ли мы все сделали. Давайте я их допишу. Несложно. Несложно, совершенно верно. Теперь мы должны приготовить наш рисунок, который мы будем называть картоном, к тому, чтобы на нем собирать витраж. Лекало мы можем аккуратненько собрать и отложить в сторону. То есть карта нам пока будет не нужна. Теперь мы должны прямоугольными ровными реечками закрепить наш картон. Основное изображение. Да. Чтобы была возможность вбить гвоздики и фиксировать. Я должен взять гвоздики и молоток. Да. А почему всего лишь две палочки? Это вот называется собирать витраж в угол. То есть мы начнем с углового элемента и постепенно будем плотненько-плотненько стекло собирать, прислоняя его к нашим реечкам. Реечки нам служат упором. То есть вот разговор по поводу того, иди постой в углу, это пошел от витражистов? Возможно. Итак, вот у нас есть уголок, и у витража должен быть краешек. Краешек витража у нас будет свинцовый. Это наш свинцовый профиль. Он такой N-образный. Строители называют еще двутавр. Мы должны сделать из него уголок для нашего витража. То есть мы откладываем длину этой протяжки по первому элементу в углу. Нет, нет, нет. Мы делаем рамочку для всего витража. Ага, хорошо, давайте я ее буду держать. Свинцовая протяжка достаточно мягкая для того, чтобы ее можно было резать ножом. Если же работать с латунью, то тут уже будет сложнее. Латунь иногда приходится запиливать. Я прямо ставлю нож и разрезаю его такими вот движениями. Да, да. То есть, в общем-то, достаточно надо иметь силу рук все-таки работать со свинцом. Теперь мы должны убедиться в том, что желобок, куда мы будем вставлять стекло, идеально ровный. Да? Для этого у нас есть специальный инструмент. И мы, немножко выравнивая кончики, вот так вот в ложбинку проводим. И вторую тоже самое. Да? Я крепко его держу и вот так вот делаю. Теперь мы можем, наконец-таки, приступить, собственно, к вырезанию нашего первого элемента. Мы начинаем с углового элемента. Вот у нас под цифрой 2 он обозначен, и нам нужно лекало. Найти лекало цифрой 2. И мы должны посмотреть, ведь поскольку у нас художественное изображение, я рисунком задала направление рисунка стекла. Мы будем пользоваться узорчатым стеклом. Поэтому, ну, чтобы мне, допустим, не ошибиться, я могу несколькими линиями, ну, на,
приблизительно. Ну, как бы дать направление. Да, то есть мы даже стрелочку можем нарисовать. Да, да, да. Это не строго, конечно, но чтобы где-то вот художественный какой-то образ сохранить. Сейчас нам нужно освободить место для работы со стеклом. Свет, давайте мы возьмем эту вещь, перенесем ее. У нас наконец-то появилось стекло. Мечта, то мы все время говорили о витражных стеклах. Угу. Где такие стекла берутся? Это специальное стекло для витража. И красиво. Оно имеет рисунок. Волны такой, да. Вот красивый. И оно имеет рисунок, и все эти стекла совершенно разные. Поэтому иногда даже само стекло подсказывает какой-то рисунок. Да? Вот здесь это стекло, когда я выбирала, оно мне как раз и подсказало, что вот из такого замечательного стекла, допустим, можно сделать крылья бабочки. А если бы оно было синее, возможно, это была бы морская волна. Но вообще я могу сказать, стекло само по себе произведение искусства. Слушайте, я уже догадался. Мы берем вот это вот номер два, да. Который вот у нас калечка с этого элемента. Угу. У нас есть даже направление. Да. И вот благодаря этой стрелке мы должны найти элемент на стекле, который будет в эту же сторону. Совершенно. Да? Поскольку у нас крыло бабочки, да, раскрывается, мы должны найти вот тот фрагмент стекла, который нам поможет вот этот наш... Такой кусочек вас... проявить. Да. Не обязательно делать с угла. Ну, экономика должна быть экономной же, да? В стекле не бывает экономики, потому что на самом деле в витраже может быть полезен даже самый маленький элемент. Вот так вот. Можем вот так вот сделать, да? Давайте. Давайте. Вот теперь что? Я держу этот кусочек. Не совсем так. Угу. Мы нашли нужный нам фрагмент, но наше замечательное стекло имеет фактуру. Да, но на ощупь такое трехмерное, я почувствую. Да. А по фактуре... На леденцы похоже. А по фактуре нам резать нельзя. А поскольку она у нас полупрозрачная, мы должны определить место, где будет наш кусочек. Но резать-то мы будем с обратной стороны. А что интересно, с обратной стороны рисунок-то другой. Вот такое у нас сложное стекло. И мы должны его обвести. Итак, я обвел задние стороны. Да. Мы можем приступить к вырезанию нашего замечательного элемента. Чтобы отрезать по прямой, нам достаточно в качестве помощи взять прямую реечку. Концом стеклореза простукиваю по линии реза, чтобы появилась трещинка. Можно это? У меня так как-то хуже со стуком. Это художественный стук. И слегка удерживая стекло, основную массу рукой, слегка нажимаем, и у нас вот... Идеально отделяется кусочек. Да. Замечательно. И у нас получается вот такой вот кусочек, который практически соответствует вырезанной кальке. Это и есть наш первый элемент. Иногда при резке стекла появляются небольшие заусенчики. Эти заусенчики будут мешать при сборке стекла. И если их много, то могут дать даже трещину, скол на стекле. Поэтому у нас есть станок, где мы должны по краю стекла пройтись колесиком, чтобы край был идеально ровный, потому что витраж требует идеально ровного края. Станок у нас с водой. Стекло надо обрабатывать обязательно с водой, иначе оно может лопнуть. И теперь мы должны примерить наш первый кусочек к нашему витражу. Можно я это сделаю? Да. Я все-таки участвовал в процессе. После того, как мы установили стекло, чтобы оно не двигалось, мы должны зафиксировать его гвоздиками. Снова беру молоток и аккуратненько, осторожненько. А фиксируем, мы прижимая к реечке, фиксируем его аккуратненько вот здесь. Главное, чтобы не разбить его, правильно? Чтобы оно держалось. Просто чтобы оно фиксировалось. Слушайте, что бы вы без меня делали? Сама удивляюсь. И после этого мы приступаем к следующему. Сначала
мы должны сделать протяжку. Что у нас есть? Конструкция нашего витража. Ага. То есть мы должны вырезать вот этот вот элемент. Мы должны, опять же, замерить ее размер, который нам будет нужен по форме. Мы примеряем. Загибаем его, да, насколько мы придаем ему форму витража, нашего кусочка, который имеет такую форму. Как линия идет стекла, да, так мы его и режем. Надо достаточно тщательно все подгонять, не торопясь. Теперь мы отрезаем ножом, правильно? Да, его? Совершенно верно. Уже мы с протяжкой имели дело. Мы берем лекало номер один и начинаем работать уже над следующим элементом крыла бабочки. Счастливый и в то же самое время печальный. Я дополировываю его легким движением, с таким звуком. Выключаю жужжалку и с необыкновенным трепетом в сердце, с дрожанием в руках, я вставляю последний кусочек. Тютелька в тютельку. Обычно пазлы придумывают другие люди. Мы же придумали для себя пазл сами. Так, теперь у нас здесь есть последний отрезанный кусочек свинцовой оплетки, да? Угу. Мы его аккуратно вставляем, прижимаем. Свет, я все понимаю. Но он же не будет так у нас держаться на гвоздиках. Нет, и поэтому сейчас мы будем его паять. Мы будем фиксировать все стыки нашей оплетки. Как радиомеханики паять? Да, 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 на самом деле это приблизительно то же самое. У нас здесь два паяльника, это проволока. Какая-то специальная проволока? Это олово. Олово, которое продается в магазине, да? Да, да. Это оловян, да. Оловянная проволока. Да. Понятно. И это что у нас в этой баночке? Это у нас специальная мазь, которая будет заменять нам кислоту, потому что дышать кислотой не очень полезно. Будем называть ее специальным вазелинчиком. Иногда, если мы со свинцом работаем какое-то время, на нем появляется патина, которая будет нам мешать при пайке. Поэтому вот мы можем взять щеточку, вот обычно посуду такую моют, и слегка места, где мы будем паять, а паять мы будем в стыках, вот, слегка этой щеточкой вот этот вот налет слегка вот так вот зачистить. Чтобы зачистить как бы вот эти вот места соединений. Да, да, да. И теперь мы берем... Самый главный процесс, я вот просто, у меня терпения даже нету дождаться, когда это начнется. Теперь мы берем кисть и... Не пахнет ничем. Да, специально не пахнет ничем, специально разработан, чтобы, когда вы этим занимаетесь, не было никаких ядовитых испарений. Чуть-чуть набрали дальше. И наносим его в стыки соединения нашей свинцовой протяжки. Те места, где мы будем паять. Теперь что мы делаем? Теперь мы, наконец-таки, берем в руки припой. Используем олово в качестве припоя. И мы, наконец-таки, берем в руки уже разогретый паяльник. То есть мы чуть-чуть этого олова раскаляем. Он на ртуть начинает быть похожим, да? Так и дальше. Так, и начинаем паять. Значит, держим пруток поближе к нашему свинцу. Радиомеханикам такое даже и не снилось. Давайте я возьму себе сложное место. А этого достаточно для того, чтобы держать эти стекла? Это же, да, это же достаточно большой вес получается здесь, да? Да, да. Достаточно. Например, припоем, обыкновенным припоем, мы можем декорировать хрупкое тельце бабочки. Например, сделать такие декоративные капельки. Свет, вы не поверите,
Но я это доделал. Замечательно. Помните, что у нас было на эскизе? Бабочка была. А между прочим, у настоящей бабочки есть усики. Точно. И на эскизе они у нас были. А для глазок мы возьмем две капельки стекла, которые подходят нам по цвету. Марат, у вас есть клей, чтобы приклеить замечательные глаза? Да, я всегда с собой ношу клей. Не простой клей, а двухкомпонентный для глаз. Нам подойдет он? Да. И вторую. Плямп! Не косит? Нет, по-моему, замечательные глаза. Цвет. Усов не хватает. Точно. Мы будем использовать свинцовую протяжку, которая имеет клеевую основу. Да. Если вы помните, наш эскиз выглядел вот так вот. Под номером 3. Ну, приблизительно. То есть такое творчество от руки, да? Да. Ну, приблизительно вот так. Примерим, какой длины нам нужен этот усик. И теперь фиксируем его. Делать наши замечательные усы. Ну, чтобы закручивать усы, нужно потренироваться же, да? Да. И аккуратненько, не нажимая сильно, потому что там у нас стекло. Все-таки стекло. Да. Мудрец на прочность не будет проверять. Ни женщина моя, и ни стекло. Свет, я боюсь спросить, но у меня такое ощущение, что мы закончили. Да. Давайте всем покажем. Давайте. И теперь, насколько я понимаю, если мы сделали такую вещь, то ее можно вставить в окно, вставить в дверь, в часть мебели и вообще куда угодно. Мало того, что это просто красивая картина, сделанная собственными руками. Да. И наше стекло на самом деле позволяет ее даже повесить просто на стену, потому что наше стекло может и не требовать подсветки, оно может работать просто как витражная мозаика. Но самое главное, что вы, если потратите немножко времени, сможете сделать точно такую же красоту для себя.